Всем привет! Это моя курочка, которая совсем недавно, 7 марта, выводила цыплят. Что же она делает до сих пор в гнезде? Сейчас расскажу. Все дело в том, что у нее опять вывод. Почему так? Потому что, помните, вместе с ней сидела другая курочка, у которой 11 марта должен был быть вывод. Сегодня 11 марта как раз. Но она мне очень не понравилась. Вот это мне не понравилось, она вскакивала постоянно с гнезда. Не очень хорошая мамка, из-за этого вывод у нее затянулся. Должен был быть 7-го, но основной вывод 8 марта получился. А курочка, которая сидела, ну, вот выше в клетке, она так молодец, сидела хорошо, но она большая, из-за этого яйца давила. Она много яиц подавила, и вот одно яйцо даже уже, ну, совсем недавно раздавила. И я решил доверить эти яйца этой курочке, чтобы она уже довыводила их. А ту я выкинул в общее стадо, она ходит со всеми. И еще я ей переложил два яйца, три яйца осталось. Или, да, три у меня осталось в инкубаторе от бегунков. Почему-то мне не везет с водоплавкой просто. Я закладывала 8 яиц, 5 вроде было оплодотворенных, осталось 3 уже. Я в инкубатор заложил яйца виргинских перепелов, и я решил эти яйца от бегунков, 3 яйца, дать ей. Я ей больше даже доверяю, чем себе их досидеть. Потому что я так думаю, что и этим заберли у меня в инкубаторе. Я не знаю, почему так. Во мне проблема, не во мне. Ну, имею в виду в режиме. Но я решил тоже отдать их ей. Тоже досидит. Они будут 14 марта. Ну, тоже совсем скоро. Хорошо, если выведется кто-то. Ну, и начался под ней вывод. Давайте смотреть. Та-да-да-дам! Два цыпочки тут вроде уже я смотрел. Один был только вылуплен и уже вот подсох, а этот вот хорошенький. Все, вот яйца от бегунков. Вот. Она, конечно, тоже в гнездо ходит, в туалет, вон, видите, сзади помет. Я не знаю, что она так делает. Ну, такая мамашка, зараза. Все. Сейчас заберу их и посажу. У меня тех цыплят, которые 7 марта у меня в инкубаторе под ней выводились. Их еще не забрали. Дело в том, что отказалась женщина, у меня должна была забрать 20 цыплят и тех 3 индюшат. Но она отказалась от них, поэтому пока что у меня все, а остальных там 10 цыплят, получается, и вот из-под этой курочки должна была забрать другая женщина. Мы договорились, то, что, ну, все, что останется, она заберет. Она заберет теперь уже, так как свободных куча, она 20 цыплят возьмет из старших в четверг, вроде должна забрать, если все сложится. Вот. А из-под этой курочки тогда и там десяток вроде цыплят остается старших. Их придется искать им. Ну, я выставил то, что продаются. Посмотрим, еще не писали. Утекая, утекая. Смотрит. И по поводу индюшат. Я, скорее всего, их оставлю себе. Навряд ли кто-то возьмет 3 индюшат, а так можно будет их подрастить и подороже продать. Ну, посмотрим. Потом расскажу свое решение. Все, цыпочек заберу, пока что посажу к индюшатам. Они у меня отдельно сидят, потому что я их пропаиваю. И чтобы их там табун тех цыплят не затоптал, этих маленьких, то они будут с индюшатами сидеть. Я сегодня уже заканчиваю там пропойку давать, поэтому ничего страшного. Вот такие малыши. Ну все, будем ждать остальных, а этих двух забираю. Всем пока!